Здравствуйте, дорогие зрители! Наступила долгожданная весна. Природа, просыпаясь от зимних холодов, все больше радует нас солнечными деньками. Так и хочется создавать красивые и весенние поделки. И сегодня я предлагаю вам выполнить открытку-аппликацию, которая называется «Корзинка с тюльпанами. Самым милым и любимым». И для этого нам понадобится цветная бумага, цветной картон, клей-карандаш, простой карандаш и ножницы. Итак, основой открытки у нас будет служить белый картон. Его я уже подготовила заранее. Взяла лист картона А4 и разрезала его пополам. Он у меня уже готов. Из бумаги голубого цвета, красного и желтого я заранее вырезала вот такие вот тюльпанчики в размере, в количестве 3 штук. Делаем следующее с ними. Берем один тюльпанчик, складываем пополам. Берем второй тюльпанчик, делаем то же самое. И теперь берем клей-карандаш, промазываем одну половинку тюльпанчика. Промазываем вторую половинку тюльпанчика и соединяем их между собой. Вот таким образом. Дальше берем третий тюльпанчик, также промазываем одну его половинку клеем и соединяем с двумя другими. У нас получается вот такой объемный тюльпанчик, который мы вскоре приклеим к основе открытки. То же самое я делаю и с красным, и желтым тюльпанчиком. Итак, промазываю одну половинку клеем. То же самое делаю со второй половинкой. И соединяю их друг с другом. Промазываю еще одну половинку. И соединяю с третьим тюльпанчиком. Красный тюльпан у нас готов. А теперь готов и желтый тюльпанчик. Дальше я беру цветную бумагу зеленого цвета и вырезаю вот такие вот листики и стебелек для наших тюльпанов. Также в количестве 3 штук. Их уже я приготовила заранее. Они нам понадобятся чуть позже. Из цветного картона фиолетового цвета, вы можете взять, в принципе, любой другой, я вырезаю саму корзиночку. Сверху делаю такие, вырезаю волнушечки, чтобы наша корзинка казалась фигурной, как на образце. Дальше, если я переверну нашу корзиночку, вы можете заметить вот такие вот две полосочки. Их я приклеила, чтобы затем соединить нашу корзиночку с основой. Так наша открытка будет казаться более объемной. Ну, в принципе, все детали готовы, поэтому мы можем приступать к сборке открытки аппликации. Итак, я беру нашу готовую уже корзиночку, смазываю клеем те самые полосочки и приклеиваю к основе открытки таким образом, чтобы корзиночка казалась объемной. Вот что у нас получается. Далее я беру листочки для тюльпанов и приклеиваю сначала крайние левый и правый тюльпаны. И последним мы приклеим тот, который посередине у нас находится. Итак, два стебелька и листочки я уже приклеила. Далее из полосочки
картона я делаю вот такое кольцо. Его я тоже уже приготовила заранее. Его мне осталось только приклеить к основе. Вот так я его приклеила. И теперь уже третий стебелечек для тюльпана я буду приклеивать не просто на основу открытки, а именно на вот это кольцо. Чтобы открытка наша казалась объемной. И теперь мы приступаем к приклеиванию самих тюльпанов, лепестков. Приклеиваю желтый, приклеиваю красный. Голубой. Вот так у нас получается. И также заранее я уже вырезала небольшие такие кругляшки, чтобы наша корзинка была, ну, как бы в горошек. Поэтому последним штрихом я приклеиваю их. Так. Ну, вот и все. Наша поделка. Открытка-аппликация, корзиночка с тюльпанами для самых любимых и милых готова. Спасибо за внимание, дорогие зрители, и до новых встреч!